Добро пожаловать на обучающий канал Чего ТВ. Сегодня мы покажем, как снять защиту с листа в Excel. Вот мы имеем такой лист с защитой, от которой необходимо избавиться. Первый способ. Нам необходимо переименовать расширение нашего файла. Откроем проводник и переходим во вкладку «Вид». Ставим галочку возле расширения имен файлов. Кликаем правой кнопкой мыши на наш файл и выбираем «Переименовать». Далее вместо расширения XLSX печатаем zip. Нажимаем Enter и подтверждаем действие. Открываем архив. Далее переходим в папку XL. Worksheets. Копируем на рабочий стол файл Sheet 1. Нажимаем правой кнопкой мыши на него, далее открыть с помощью блокнот. Удаляем определенный текст в нашем файле. Мы оставим его в описании под видео. Сохраняем файл. Удаляем файл, который в архиве, и копируем туда измененный. Переименовываем обратно наш архив в XLSX. Открываем Excel. Вот и все, защита снята. Второй способ связан с Google диском. Открываем браузер, затем открываем наш Google диск. Перекидываем файл с защитой. Кликаем правой кнопкой мыши на него и выбираем «Открыть с помощью Google таблица». Теперь отправляемся во вкладку «Файл». Из списка выбираем «Скачать как Microsoft Excel». Печатаем имя и нажимаем «Сохранить». Открываем наш файл. Все получилось, мы успешно сняли защиту. Все, кому помогло наше видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. И еще писать свои комментарии. Всем пока!